На вернисаже как-то раз. В Караганде состоялась персональная выставка художников Ильи Казакова и Табигата Кужанбаева. Мастера-ювелиры представили поклонников их таланта изделия ручной работы, выполненные в этническом стиле из серебра, мельхиора, кости, дерева и кожи. Мирамгуль Салкимбаева с подробностями. На показе были представлены гармоничные сочетания металла, дерева, камня, кожи и кости, воплотившихся в уникальных изделиях в этническом стиле. Карагандинский художник Илья Казаков – трехкратный победитель республиканского конкурса «Щебер», обладатель знака качества ЮНЕСКО. А сегодня Илья Казаков представил зрителям изделия ручной работы, выполненные из серебра, мельхиора. Ювелирному мастерству начал обучаться с 18 лет, продолжает художник-ювелир. Обычно делаешь работу и думаешь… Спрашиваешь, как сделать, советуешься. Обычно так и делают, советуются. Если не советоваться, ужасно работают. Ну, в основном все это от меня идет, да, допустим, от мастера, да, основная идея. А что дополнить, что убрать, это именно нужно настроение, да, не обязательно спрашивать, как сделать. Все работы – это традиционные вещи казахских кочевников, но с интерпретацией художника. Амулеты, они же талисманы, хоть и на первый взгляд кажутся странными, но для предков они имели особое значение. Работы Ильи Казакова отличаются своим уникальным стилем, так как выполнены на базе традиционных техник и материалов, но с использованием новаторских идей. Ну, во-первых, я не торопился, я сделал никому, потому что я… Как никому? То есть делаю вещь, она еще не закончена, но я знаю, что она уже нечто новое, да, для меня. Да? Я уже отрываюсь от каких-то классических вещей. Мне не хватает этого. То есть драйва, да? Я его сделал. Увидеть все своими глазами может каждый в музее изобразительных искусств. Мирамгуль Салкимбаева, Бауыржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.